Всем привет, дорогие мои любители сада! Сегодня мы поговорим о георгинах однолетних. И они меня поразили. Поразили тем, что они цветут с начала июля и до вот поздней осени. Конечно же, я ожидала, что они будут цвести и в октябре, но в этом году сентябрь у нас как ноябрь. При какой температуре замерзают георгины? У нас холоднее, чем плюс 3, не было, но были дожди и был дождь, и потом ночью было плюс 3. И вот итог, георгины подмерзли, их нежные листочки замерзли, и они уже ни на что не годятся. Всем привет, дорогие мои любители сада! Сегодня мы поговорим о георгинах однолетних. И они меня поразили. Поразили тем, что они цветут с начала июля и до вот поздней осени. Конечно же, я ожидала, что они будут цвести и в октябре, но в этом году сентябрь у нас как ноябрь. При какой температуре замерзают георгины? У нас холоднее, чем плюс 3, не было, но были дожди и был дождь, и потом ночью было плюс 3. И вот итог, георгины подмерзли, их нежные листочки замерзли, и они уже ни на что не годятся.